Так. Я продолжаю. Да что ты будешь делать? Он где у них батут? Аташа. И три твари. Вистят патроны. Прям напоминание, что у нас тоже есть свой серьезный сэм. Ох. Хотел бросить, но не получилось. Неправильно сделал. Так, можно купить у вас там что-то хорошенькое? А, нет, это алтарь. Не магазинный. Значит, мне туда, да? Но все равно там проверю. Дверь заперта. Угу. Туда так, туда. О, шли. Прям сейчас что-то здесь будет. Ну да, конечно. Зараза. Давайте здесь. Какие вы засранцы, господи. Не бери меня, засранца. Думаю, что
какие скелеты будут жесткие. И душные. Так, ну ладно. На этом пока что все. Оу, нет, не все, ты смотри-ка. Одиножил. Он просто не знает, как поступить. Правильно? Правильно. Ну, хоть броньку я возьму. А купить всякое добро можно? 600-то у меня голды. Куда я это потрачу? Это что? Щиток? Ну конечно. Кто там? Скелеты? Оу. Ах, засранца. Всем попал. Как раз. Как раз. Кстати, по поводу лазера, тут-то она и не так сильно мешает. Это оружие. Но по описанию, то что она в воде стреляет, но воды-то таковой и нет. Она не мешала. Эн, все? Сюда? Нет, не сюда. Но шлемы у меня есть, вот эти золото, шмолото.
Что еще от меня игра хочет? Ну да, да, проход, понял. Окей, проход так проход. Здесь попадание. Дробаш — это хорошо. Давно не пользовался дробашом. В основном мне дают патроны для дробовика, а сейчас уже перестали давать. Засранцы. Как они так попадают? А? Бочки не такие уж опасные для них. Купидоны. Вот вам кислятина, держите. Поцелуй любви. Опа. Интересно было наблюдать за Купидоном. Вторая секретка, которая явно не секретка, господи, разработчики. Вы знаете, что такое секретка? Шутерные, блин, профессионалы. Секрет, блин. Здесь ничего. Значит, мне сюда. Здесь что, тоже секрет? Хотя у меня их нет уже. Все нашел. Что здесь секрет, блин?
я теперь уже значение не знаю, что такое вообще секрет. Троих я замочил одной кислотой. Кровище. Зарядка. Точно все. Я и забыл сохраниться. Оу. Понятно. Меня поджидает лифт. И Полинский. Ну ладно. По мне стреляет. Понял. Понял. О, это было неприятно. Значит, там какой-то проход есть. Или здесь. Ой. Ну. Не попробуешь, не узнаешь. Ох, нихера себе! Хорошее приземление, я так скажу. У чувака достаточно крепкие ноги. Это сразу видно. Ага. Двоих сразу. Окей. Это меня может вверх отправить, да? Да, что-то типа того. Значит, мне сюда нужно. Это что летает? Опа.
теперь сюда. Эксклюзивные ноги. Только здесь. Только сейчас. Вступит верхний уровень, ну. А как доступен верхний уровень? Оно само поднимется. Где этот уровень? О, господи, вот это было страшно, если честно. О-о-о, вот что у нас. Тут какая-то битва будет, да? Статуи толстеют или как? Надо узнать об этом. Ага, о, все увидел. А, ну да, толстеют, конечно. Недостаточно расстояние? Господи, да почему? Страшно. вот он бежит. Стой, куда идешь? Стрелять буду. О, еще пистолет от всех крышу. Ладно. Сами напросились. Или зарядка. Все? Засранцы, иди сюда. Хочешь добавки? Еще есть что-нибудь? Нет? Все схавал. Музыка играет, да, значит, одна птица осталась. Еще одна, еще одна. Последние птицы. А можно птичку? Иди так любезно. Не. Сломёт.
Пусть они подойдут ко мне. Так, а здесь что? О. Надо же, посмотри. Идет достали, честно говоря. А что если так, а? Все, больше быков не будет? Я надеюсь на это. Давай-ка гранату. Спасибо. Теперь я чувствую себя намного легче. Thank you.
Хорош, откинуло-то. Ух, нихера себе! Это что? Было. Так. И как мне спрыгнуть, извините, вы меня? Может, на клону? Получится у меня? Падай, давай. Живые ноги, падай. Ждал этого момента. Прям длинник двери открывается. Ты смотри-ка. Ладно, произведись и хватит. Ух, господи! Да сколько этих, я не знаю, рыцарей? Бесконечное множество. Бездарные рыцари. Против меня, конечно, нужно постараться. Семьсот двенадцать, вау, круто. Привет, Магириала, доброе утро. Помню, что что-то нужно сделать. Если что-то нужно сделать, оно и шло и без битвы. Хорошо, давай поищем. Может, Прометей что-то скажет? Дверь заперта. О, вас до хера просто. Ну я вроде все осматривал. Именно когда я искал вилку или что-то в этом роде. Пошли вон. Дверь разблокирована. Мы нашли ключ. Мы нашли ключ в этой игре. Это нужно было убить врагов, но вот два, три врага недостаточно. Все? Не, ну я смотрю.
Может, там кто-то слегка переборщили? Слегка, это в кавычках. И это, наверное, в некоторых уровнях такое происходило. Привет, рад видеть тебя. Привет, Спайдер. Заходи на чашку чая. Привет, Колян. Поболтаем. Колян, привет. Даже в серьезном сейме не вызывало на скукоту или тоску, вот. Что, о, опять количество там дохера мобов. Этого не было. Привет, рад видеть тебя. Привет, Ричи, доброе утро. Ричи, спасибо. Тебе также хорошо дня. Новые ловушки. Это ловушки Зевса, да? Хорошо. Последний так последний. Ну, откройся. Откройся. Господи, мне кажется, или они по-разному? А, вот. Спасибо, Колян. Тебе также хорошо дня. Спасибо вам, ребят. Вы тоже не унывайте. Как я. Не унываю. Я пытался. Где там еще? Я знаю, что ты здесь. Я пытался. Может, не та дорога? Либо нужно успеть так резко? А что если... А что если прочитили... А, не, меня там еще разорвут. Значит, я не тот путь выбрал. А это чё? Ну, ладно. А я вас вижу, а вы меня нет. А я вас вижу. Всё, всех уничтожил. Так, теперь что остается мне? Ну, давайте узнаем двери. Каждую из них слева направо. А что если так сделать? Прочитить. Попрыгать не получится, да? Сломёт. Вот, засранцы. Следующая дверь не открыта будет? Это как я на монитор смотрю, чтобы посмотреть сообщение. Точно так же Игорь смотрит наверх. Молится своим бокам, чтобы он вышел и не умер. Еще один меч. Может, не обязательно там смотреть на эти двери?
просто тупо идти вперед. Если в шутерах какие-то винчестеры всякие. Привет, Космо. Нам отопление дали, но нифига себе, вы какие богатые. Что за игра Will Rock? Will Rock от Cyber Interactive. Это собственный их движок. Вот. Разработанная игра в 2003 году, 9 июня, а в 13 июня выпустили это, ну, в продажу в Европе. Зачем я это вам сказал, я сам не знаю. Короче, игра, скажем так, не было там ожиданий высоких, что эту игру полюбят. Но типа смакивает на серьезного Сэма. Новинка под старье. Вообще не против такие игры посмотреть новинку под старье. Зажали демоны. Скелетоны. Надо сохраниться. Ладно, так сохранюсь. Да, играл. Она мне нравится. Я не знаю, почему многим не нравится. Я играл на своем собственном ПК. На старом. Doom 3. Думаю, что он не будет смахивать Doom первых их частей. Ну, именно из-за атмосферы. И мне нравится то, что ты можешь фонарем посветить, но другой рукой ты не можешь оружие брать. То, что нужно именно переключаться оружием по нескольку раз. Это очень прикольно. Очень страшно. Ну, есть люди, Ричи. Не буду их перечисливать, потому что я их не знаю, но они есть. Как и в каждой игре. А вот в BFG 3 Edition, именно сборник трех частей, именно убрали фонарь. Странно, а мне нравилось, могли бы в опции функцию добавить, типа вы хотите оригинальную, скажем, оригинальный режим, чтобы вы там доставали фонарь по нескольку, по тысячу раз, чем просто врубить на протяжении этим фонарь, чик, все, у тебя фонарь включен. Как по мне, это прикольная деталь. Господи, я выжил. Я выжил. А что мне делать-то, ёшкин кот? Там двери закрыты. Дедстрим прикольный. Кстати, не 22-го будет ВХС, а 20-го. ВХС 99 называется. Это именно чуваки куда-то там идут. Они видят старые кассеты, а в старых кассетах там, короче, какие-то хоррорные игры. Ой, какие хоррорные игры? Хоррорные эпизоды. Ну, то есть прикольно. Мне такие фильмы нравятся в стиле ужастики, когда чувак просто идет с камерой и просто шашляется, блин, камера движется туда-сюда, ты хрен пойми, не понимаешь, что там вообще происходит именно в камере, ни хрена не видишь, не можешь различить деталь, ну, типа от первого лица, как игра от Outlast. Вот такие мне жанры нравятся в хорроре.
Только обзоры. Их много. Мне нравились ВХС. Первая вроде, вторая. Какая-то третья из них вроде какая-то херовая. И чуваки в Мексике были. Вот. Что-то в этом. Последнюю часть смотрел. Там, где спецназовцы попали в какое-то здание, ну, по операциям, чтобы предотвратить какое-то сектантство и убийство, вот это все. А оказывается, там секты выжили. А нет, оказывается, там подружки, которые в этом были, спецназовцы, они просто взяли мужика и что-то там начали его фетишем заниматься. Ну, именно, смотри, телек шумный под наш фетиш. Ну, короче, херня херней. Как и Азбука Смерти. Но Азбука Смерти — это полная херня. Особенно эпизоды, как там две девочки пошли в школу, когда там это была ядерная подготовка, именно ядеркой, что ли, на улице стреляли. Что девочкам пришлось, ну, школьницам в школе пойти. Они в школу пошли, им делать нефиг было, они просто нюхали свой, то, что внизу. Господи, так мерзко. Кто такие режиссеры? Вот просто, я не понимаю, зачем снимать такие хорроры? Кому это интересно? Неужто это смешно? Как раз такой фильм, но он с элементами комедии еще. Там мужик стримил, как он пошел в заброшенный домик. Мокюментари. Я не понял, куда мне идти? Глупец. А как я умер? Алло. Здесь ничего нет. Я все обшастал. Ну все вроде. Все обшастал. Открой мне дверь. А, я здесь был. А в каком году Half-Life 2 вышел? Третьем? Ну это, скажем так, жесткая конкуренция. Far Cry я ни разу не играл. Ни в какую часть. По идее... Рад видеть тебя. Привет, ты, Джонни. Чашку чая. Поболтаем. Замерз, ну? А в четвертом году? Спасибо за информацию. Я сам разочарован. Я не знаю куда. А, из Варкрафта. Типа аккаунт заморозит, да? А за что? Потому что ты русский. Они типа наплевать разработчикам на игру и на игроков. Так я здесь был, алло. Ты не знаешь, где это? Не знаешь, ну как знаешь? Считай сообщение. У меня в одной игре ник жизнь замерз.
А, замерзула. Блин, замерзнула. Господи, замерзула. Я не понял, правда. Извини. Жизнь замерзула. А, ник жизнь замерзула. Все, понял. Извини, Джонни. А почему? Забанят? Их слова, и они могут забанить за такие ники. Блин, я помню, как я играл в World of Warcraft. Для меня, знаете, это просто вторая жизнь была, и она зависимая. Она просто зависимая. Это похуже, чем, наверное, азартные игры, которые в казино, блин. О, господи. Я даже не знаю, как я сам выжил после такого. Помню, как я выбирал ники для рога. Вот. Типа, написал ник Noob Saibot. Ну, из Mortal Kombat и все такое, знаете. Я еще в школе учился. А ники были, блин, просто одинаковыми, одинаковыми. До хера одинаковых ников. Киллеры всякие были, просто киллер, да, именно правильное слово, было киллер через тремя L, да, было киллер через двумя I, а не L, ну, то есть, два I и два L, да, вот, что-то там добавлялось по одному, вот, как вы видите, а я вот хотел создать нового персонажа. Я за Орду играл, раньше я первый раз за Альянс играл, а потом что-то мне не понравилось, потому что там в Альянсе там дохера кидаловых. А в Орде там тоже есть кидалов, но их меньше, как по мне. И там были намного хорошие ребята, чем в Альянсе. Так вот, true story, я выбрал ник себе Noob Saibot и все такое, прокачался там, пару там поубивал мобов, все тыры-пыры, пришел в агримуар, да, там что-то там скупляться, там может пару зелий, пару еще чего-то, вещей каких-то, пошел в банк там наводить порядок. У меня, конечно, мало вещей было для начального уровня, но что-то там наводил порядок. Пришел какой-то воин Таурен, я помню, танк такой, у него был костюм, называется какие-то костюмы А3, А5, это то, что ПВПшные, да? Так вот, и он начал мне говорить: чувак, смени имя или что-то в этом роде. Я что-то не понял, блин, окей, давай с ним разговор вести. Ну, вы в итоге побалакали то, что... там что-то там удаляя свой ник или вот в этом роде, потому что это его ник, и у него тоже вроде есть рок под именем шли Noob Saibot или что-то в этом роде, то есть у него какие-то комплексы были. Вот я типа что-то там ему сказал, что блин, чувак, да хера вот этих Noob Saibot'ов, а ты из-за меня какую-то, блин, беду строишь. Апокалипсис. В общем, я типа согласился, что вот что-то в этом роде. Потому что, блин, мне лично наплевать было. Просто у чувака какие-то, блин, непонятные комплексы. То, что дохера, блин, под ником Noob Saibot было дохера. Я, в общем, удалил своего персонажа и переименовал, короче, другого под другим ником. Так вот, я опять еще раз оказался в банке.
И этот чувак на меня смотрел. Вы знаете, да, в Варкрафте, когда вы смотрите персонажа, вы можете именно его иконку посмотреть, за кем он следит. То есть иконка и под иконкой. То есть, ну, именно интерфейс, вот такой маленький худ и под маленьким худом. Вот. Я ему же вот что-то в этом вроде сказал. Вот такая история. То есть, понимаете, да, что дохера вот этих нубсайбов, фикелеросов или что-то в этом вроде, а у меня других в голове не было таких ников, чтобы, вот, чтобы мне понравилось, лично мне понравилось. Я ж не буду называть Рога там огуречек, или там, не знаю, помидорчик, или баклажанчик, или там, не знаю, на английском что-то в этом вроде. Но на русском там нельзя было писать, у меня же пиратская версия была. Так вот. Вот из-за этого я и вспомнил историю с ником. Ну я, знаете, я когда играл в World of Warcraft, для меня было круто подержать мечи или дан. Мне почему-то именно один меч доставался часто, чем другой меч. Левая, что ли? Левая слабая, чем правая. И поэтому у меня только один меч был. А так, если без помощи, скажем так, чувака-друга, который он мне, меня, что ли, добавил в гильдию, и все такое, это хорошее воспоминание. Из Украины, и знаю, как его до сих пор зовут, имя. Добрый чувак, который просто помогает. Он, конечно, может, немного там бросил, что ли. Но, по-честному, он там отдавал другие предметы. Он просто именно мне помог дать меч другой. Именно правый, который достающий летан был. Охуенно. Ну а что? Рагурчик? Ну, блин, ну такие я не могу придумать. Чипсы Лейс с луком. Что ты думаешь, они теперь другие какие-то по виду, больше на принцесс похожи? Такие же белые, структура точь в точь. Не понимаю ничего, что происходит. Сейчас что, разное что поменялось. Знаешь, соки поменялись. Для меня яблочные уже не те соки, что было раньше. Либо у меня с языком проблема. Для меня вот яблочные соки, это, блин, выглядит как будто ты пьешь лекарство какое-то успокоительное или что-то там с валерьянкой, что-то связанное или с мятой. Вот типа как карвадола, вот какого-то вот этой хренотени. Короче, непонятная херня. Сейчас многое что поменялось. Я, кстати, вчера две пачки порол чипсы. Рифленые. Раковые или крабовые, фиг знает. Кем вы не являетесь? А кем ты не являешься? Какой ник им не понравилось? Очень полезно и вкусно. Напиток осенью. Да. Просто я в итоге ему сказал, что, блин, дофига этих ников по этому поводу. А ты из-за этого, блин, беду создаешь, потому что, ну, он сказал какую-то причину, то, что у него тоже есть вроде Рок Нубсейбет, хотя у него танк Нубсейбет, вот, и его будут путать, и именно
присылать мне в ЛС то, что там когда-то брейд или что-то в этом роде. Из-за этого он начал беду устраивать. То, что он такая личность, его много вызывают в ЛС. Потому что он танк и все такое. Ну, короче, странная херня. Опа. Хорошо, что я удрал от онлайн-игр. Не знаю, мне там делать нечего в этих онлайн-играх. Себе. А, нет. Ой, как они убиваются. Титаническая мощь. Титаническая мощь. На Трова куча имел блокируется при регистрации. У них там свой список какой-то бешеный. Пофиг на конкретного твердого, по-моему, просто автомат блокирует, все непонятно. Ник Опер уполномоченный. Я же не могу свое имя и фамилию на так. Нет, это не обязательно. Бессмертие. Женскими чарами, чтобы мне дарили подарочки такие типа. А ты хитер, ты хитер и умен. Господи. Задание 4. Жилище Зевса. То есть это вроде последнее задание. Кто-то на Википедии 40 написали. Окей, пустыня. Блин, да я только что пару шагов сделал, а вы уже появились. Да кто вы такие? Опять музыка казино. Не притворялся? А как он с тобой общался? На А? Ну как там твои дела? Ты такая красивая. Носил и помогал фармить. Блин. Какие же мужики наивные. Вот это слабость. Теперь понимаю. Почему женской аудитории легче быть. И легче заниматься, стремить. Мужики. Ох, мужики. Я на такое не куплюсь. Если вы помните историю с парикмахерской. Просто зная мужиков, да, есть мужчины, которые именно под женским персонажем будут, да. А другие мужики не подозревают, типа, о, красотка, дай-ка я помогу. Не, я сильно в этом деле. Даже не сомневайтесь.
Боже, да сколько вас? Эх, минотавр херовая. Такое было актуально 2012, а сейчас уже что, мужики поумнели? Сейчас то же самое мужики так делают. Помогают девушкам. Показывают свою джентльменскую этику. До сих пор девушки попадаются 1-2 раза в год. А что же девушки появились в играх, точнее они там были не в таких масштабах. Так. За бабу играю. И жена у меня. И там баба, и две дочки. Я по актуальности таких методов. Господи, минотавры меня уже душат, если честно, в этой игре. Они первые враги в этой игре. Но, блин, они такие бесячие. Бесячие, чем клиры, блин. Какой-то новый стал. Я пока не пользуюсь. Подожди-ка. Твари. Сколько кисок. Господи, какие же вы твари, блин. Да, тигров жалко, но игра заставляет, чтобы пройти дальше. Нет, 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 нет. Просто тут совсем другой, скажем так, геймплей и другой паттерн врагов. Именно пока я не на их месте, не на их области нахожусь, они на меня не нападают. Это в прошлом стриме я такое заметил. Рахат и баса и секс, короче, в итоге он скачал баду. Voice changer? Блин, моё кофе здесь. Мастурбеги. Мастурбеги. Ой, блядь.
Блин, их бесконечно. В одном месте там не может столько находиться Риден. Ну серьезно, там столько костей нет. Жалко. Они даже издалека стреляют, господи! Ой-ой-ой-ой. А можно мне ХП? Подожди. Вот чем игра может похвастаться. Превращаются в жидкость. Нужно еще раз покупать бессмертие, а иначе жопа. Но это еще не все. Вот именно когда тихая музыка играет, все равно пару врагов остается. То есть вроде какое-то отставание от этой игры, или фиг знает. Даже когда боевая музыка идет, врагов пока не видно. Ну хоть так. Засранцы мелкие. Я бы не стал назвать это секретом. Меня это уже напрягает. Где секрет, а где нет секрета? Подожди. Цепь мешает. До Зевса так далеко. Подожди. Thank you.
Господи, можно мне? Чуть не умер. Только врагов быть здесь. Но игра показывает, что здесь миллиарды врагов. По несколько скелетов. В то время веселье доставляло. Да господи! Твари, твари! Атомное оружие. Но оно хорошее. Атомное оружие. Но правда быстро тратится. Так, а здесь что у нас? Здесь дверь заперта. Блин, мне напоминает именно количество врагов, как в последних пейнкиллерах. Адуновских. Прям в каждом уровне по 1000 врагов. Как будто это доставляло... Нихера себе. Доставляло удовольствие. Маечку? Ты хочешь, чтобы я поменял маечку? Не нравится маечка? Пока она не грязная. И не воняет. Самое главное. Боже. Может просто так пойти? Сейчас пойдем. Оп. Засранцы. Сколько статуи? Это как трусы Майкла Джексона? А что с трусами не так? Что там? Уже финиш? Господи. Да что ты будешь делать? Чуваки, это какая-то жопа, если честно. В этой игре какая-то жопа. Como estas? Hola, Ricky. Hola. Уже начинаешь изучать испанский? Японский надоел? Да так слегка. Я только знаю, что испанский вроде, ну, третье место занимает, или какое-то там место занимает по количеству, ну, в каком-то месте там занимает изучающих языков. Я пойму.
японский почти и не изучал. Хорош. Ну, это так было специально сделано, типа, чтоб ты не скучал. Вы думаете, что я не знаю, что вы живые? Лучше английский, испанский, финский, а в финском в чем прикол? Финляндия, потому что там русские есть. Русские проживают. Не бросим мы Россию, свою матушку. Но будем изучать. Привет, другие брат, языки. Привет, Диалдерка. Поболтаем. Паховую область? Да так, по приколу. А ты не замечал, что я стрелял с помощью арбалета куда-то туда? Может, я в бедро хотел попасть? Не обязательно туда. Но я, Карл, как-то... Мы с финнами даже общались, говорили, что у нас акцента даже нет. Подожди. Финский язык чем-то связан с русским? Мне говорили, что нет, не связан. Но почему-то русские туда, бывает, едут, в Финляндию. Мне кажется, там что ли приожиться легко или что там. Или дают безработному, ленивому чуваку денег. И терпи, Синов. А, я из Карелии, Карл. Я уж думал, Карл, типа женское имя. Карл. А чё, звучит? Даже так пытается, но это какой-то писец. Вот это а. Так годится мягче. Это было легко. Для первого туриста это было легко. Главное не умереть. Кусает, это издевательство. Падла, умирай. Здоровье. Что там? Еще глубже. Куда еще глубже? Чувак и так задыхается. Господи. Спасайте! Меня спасайте! А-а-а.
Окей. С другой стороны. КП. Игра сохранена. Я ни хрена не понимаю, что вообще происходит. Блин, столько у меня золота, куда пихивать, а? Там еще что-то взрывается. Оу. Вот упадет? Нет. Камень над водой. Камень над водой. Понял, физика, принял. Привет, шоу. Титан квест FPS есть такое. Мяч, который взрывает. Да. О, здорово, здорово, 200%, здорово. Они здесь не жалеют то, что у тебя, ну, вообще не жалеют, дают тебе 200%. Как-то битва начинается такая серьезная. О, господи! Так, кто стреляет так, господи? Понял. Да, смотрел. Офигенный фильм. Говорят, что Ридли Скотт хочет вторую часть запилить. Как по мне, не надо портить Гладиатор. Засирать всегда мы успеем. Поняли? Сегодня не день защиты детей. А если бы 1 июня вы играли в эту игру? Да. Так что можно. Можно в игре. Все можно. И не защита животных. А кстати, а когда защита животных? Какого числа? Так, куда мы идем? Туда? Гранат вообще не трачу. Не трачу я эти ваши гранаты. Они мне вообще не сдались. Так, как-то нужно там перепрыгнуть. Вот как-то удачненько нужно перепрыгнуть. Ну, типа, да. Вот это секретное место, да.
ходить бурно по скалке, как Дюк Нюкеми, скорее всего, нет. И просто герой сказал, что сегодня не день защиты детей. Я убивал кубидончиков. И герой сказал, что сегодня не день защиты детей. А здесь закрыто, значит, нужно туда дырнуть. Уи. Я добавил, что все можно убивать. Купидончик? Кто купидончик? Губидончик. Не, я отчетливо сказал. Купидончик. Так это начало. Значит, что-то здесь нужно сделать. А что и как? А, может перепрыгнуть? А, хрен перепрыгнешь. Вот теперь можно запутаться. Опа. Это что такое, а? Подводных врагов в играх, потому что летом не могу погружаться в воду, страшно. Сом-су-сум? Нет. Такую историю я не знаю. Может туда? Ну, скорее всего, да. Жди. Ски. Ну да, я здесь не был. Давайте там посмотрим. О! Опять троянский конь? Одного коня было мало? О, господи, сколько вас? У меня достаточно веселья здесь в игре. Смотри-ка, прям комедия какая-то. Все. Липочка. Ну наконец-то хоть какой-то драйв. Наконец-то. Пусть мощь титанов приведет тебя к победе. Спасибо, Прометей, за такие слова. Они не лопаются? Нет, лопаются.
Кабанчики прям. Господи, только не они. Наконец-то. Надо засраться. Ну скучно мне, ну что делать, а? Вы дайте какое-то веселье. Пару арбалетов, и я для них фотосессию сделаю с легкостью. Только дайте мне пару стрел. О, господи. Блин. А тут никак нельзя. Ай! Здесь не будет крыс. Кто такую архитектуру создал? Дизайн уровней. Просто я не понимаю, чуваки там строили какую статую под низу. Делать нефиг. Гора Олимп. Ну что ты мне покажешь? Смотри, это голова Зевса. Давно я не сохранялся. Не обязательно. Вон он, рак. Давай. А, мне нужно прыгнуть, да? Как идиот. И именно нужно попасть, да? Или туда прыгнуть? Пока ничего не знаю. Наверное, скорее всего, да! Ты разочарован.
Я разочаровал? Я откуда знать? Разочарованный Прометей. Кто бы говорил? Здесь закрыто. Там кто-то есть. А, это какие-то блестяшки, да? А, сейчас бы с первого трая, короче, попасть под лаву. Разочаровал меня. Может, там что-то появилось? Я не знаю. А, все. Ну конечно, ну ёперный театр. Как можно было догадаться? Камера не показывает то, чтобы открыли дверь. Нужно самой догадаться. Ну давай. Привет, Рикапча. Болтаем. Игра такая легкая, но я бы не сказал. Я бы не сказал, что такая игра легкая. Фиг, я не могу понять, куда он меня целит. Так это было утверждение или вопросом, Рикардчик? Ну сюда. Это факт? Я бы не сказал, сам попробуй. А теперь сейчас куда отправила? Так это... Господи. Это ж одно и то же. Может... Сюда? Ну я не достану. Я не достану. Я не знаю. Это лабиринт меня... не пугает. Но здесь я тоже не прыгну. А, ну может здесь. Опа. А это куда меня ведет? Я лучше, наверное, сюда прыгну. Вот. Ну, я-то знаю, да.
Я сохранюсь, господи, спасибо. Там эти аттракционы. Повеселюсь я здесь. Я лучше сохранить, спасибо. О, господи. Оп. Первого трая. Юху. Немножко я побывал в аттракционе, и мне так дико понравилось, что я еще раз, наверное, попробую. Но только потом. Подожди. Опа. Лево, лево, прямо. Оп. Мне бы броньку. Новый враг. А чё, дверь заперта? Понял. Мертвым. Да как? Ну понятно, радиус у них небольшой такой. Еще последний. И я промахнулся, правильно. Ракетницей. Все? Точно все?
Можно я туда пойду? Или аптечку дайте? Ох, господи, слава богам. Понятно. Сохраниться. Господи. Там еще, кто там еще? Привет, рад видеть тебя. Заходи на чашку чая. Поболтаем. Поболтаем. Как они издалека бросают? Ладно, поехали. Есть. Хотя бы жизнь взял, господи. Кто там стреляет? Кто там стреляет? Есть. Прям в лоб. Можно мне еще хп? Ой, тихо. Так, подожди. Это что, это бронька? Это нормас. Бронька это хорошо. Так, теперь я, как правильно понял, туда! Но не сюда! Ах, господи... назад, тогда сюда. Господи, не зря назвали лабиринтом, а? Ну вот не зря. Когда будет свобода? Здесь, да? Это маловероятно. Здесь что? Нет, там не интересно. Ох, шутерные лабиринты, господи. За что вас так изнасиловали? Давай сюда. О, наконец-то!
О, хорош. А там что? Ну, такой себе секрет, если этот путь ведет к финалу. Почти финалу. Наконец-то. Я надеюсь на это, что не увижу ни единого лабиринта. Мне лабиринт вообще не нужен. Ну, закрывайте. I wanna rock. I wanna rock с пивом. Это еще не все. Вы сегодня модно выглядите. Оп. Кто по мне стреляет? Вот кто по мне стреляет? Кто по мне стреляет? Твари. А, я понял. Я понял тебя. Боссы, понял. Боссы маленького размера. Сорвался. Это еще. Четыре. Ах ты засранец! Разбудил огра. А этот застрял, да? Ну хотя бы один пиксель можно? Ох, как он меня достал. Аптечка. Это что? Может, еще одну статую я увижу? Ну, фотосет нужно сделать. Опа! Какое-то веселье в этой игре есть. Хоть какое-то веселье в этой игре есть. Тун-тун-тун, 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 тун-тун-тун. Шрем. Это еще значит не все, да? Но это точно здесь не место Зевса. Оу, секретики у нас здесь, да? Секретики у нас здесь. Понятно. О! Да. 1500. Да ты посмотри-ка. Какой я молодец. Хорош?
Давай шлем возьму. Ну ни хрена тебе! Я их перестрелял. Так, а дальше что? Я понял. Тихо. Разочарованный. Надо было сохраниться, господи. Где автосохранение? Без автосохранения никак. По мне так хорошо стреляет.
Да ладно, попал по мне. Yora Empty называется игра. После этой игры Yora Empty. Сохранится. Спасибо. Какое секретное место? Блин. Какое там секретное место? Нифига себе. А ты каким боком оказался? Подожди. А, это секретное место, да? Это секретное место, да? Ну не так сильно. Ну пожалуйста. Ну не так сильно. Это было опасно. Это я возьму. Да кто? Да вы издеваетесь? Вот это секретное место. Достали. Да, господи.
Что такое? Это что такое? Камон. Я вам такую реально фотосет устрою. Вы даже скажете спасибо. Да где это место? Ух, камон. Да хватит. Господи. Сохранюсь. Ну все, готовьте свои, блин. Падла. Готовьте, готовьте, давайте, давайте. Так вот. Застрял, не страшно. Там никого нет? По идее он должен взорваться нахрен. Оу. Он не попал. Спасибо. Надо прям какое-то издевательство. Посмотрим там. Пару шлема. Ага. И вот там осмотрим. Да вроде здесь никого нет. Ну пусть будет боевая музыка. Скучная не была. Аптечка. Ну, слава богам. Слава богам. Тоже вести. Что здесь? Нормально, ну так давайте все используй в жопу всех. Достали. О, давайте нападайте. Бессмертие.
Денег у меня просто до жопы. Используй с умом свою мощь. Да что там с умом? Я богатый. С умом. Все? Ну прям выглядит как будто битва с боссом. Все мало, да? Армии. Давай еще прибавляй себе. Так, подожди-ка. Застранцы, дайте мне скупиться. Спасибо. Титаническая мощь. Во время покупки урон не уменьшается, что хорошо. Используй урон своему бессмертие. Пусть мощь титанов приведет тебя к победе. Опа. Это ничего. Засранцы знают, что они хотят. Мячик поиграть. И как это понимать? Но это еще не все, да? Да что ты будешь делать, господи? Обещание со мной. Она еще больше. Для них разговор, ну, вы сами знаете. Да? Бешеный, ты просто бешеная, комод. Тварь, тварь, такая мелкая дрянь. У меня разговор короткий. Не хватает еще броньки. Но это не страшно. Бессмертие. Вот я только титаническую мощь пользуюсь и бессмертие. А вот времени мне. Пусть мощь титана. Титаническая мощь. Пусть используй мощь титана. Свою мощь. Мощь. Слово мощь.
Как много звучит. Так. Рассмотрим. Чё тут? Бронька? Давай броньку. Буду чувствовать себя еще свежо. Так, арбалета нет у меня. Это плохо. Немножко пофотографироваться-то хочется. Даже не узнать издалека, что там. Ну, вроде у меня это есть. Так, посмотрим перезарядку. Надо что ли перезаряжать? Вроде все у меня перезаряжено. Фига ракетницы. Так, 25-25. Игра сохранена. Ну это еще не все, конечно. О! Фоткаться будем? Ну а куда еще попадать, блин? Это будет скучно. Ну давайте вот... давайте попробуем вот сюда. Господи. Ну сердце, ну разве это интересно? Просто прямо вот сюда. Вот сюда. А, здесь ничего нет. Интересно, интересно. Мне, если честно, нравится. Препятствия эти. Можно вот такой смайлик добавить. Прям смайлик недовольства. Пошли вон отсюда. Подожди, мне еще 16 стрел. Господи! Я! Нет времени прицеливаться. Хотя... можно? Да что ты будешь делать, камень? Йо, сколько камней здесь? Ну ладно, ладно, давайте идем. Интересное препятствие, мне такое нравится. Могли бы добавить побольше стрел. А можно туда? А, здесь шорткат. Я там не заметил. Резко. Все, подожди. Охраняемся.
это последнее? Уж очень большой радиус. Здесь что? Просто вода. Поплескаться, попиться. Блин, я бы вам такой сет сделал, а? Привет! Привет, рад видеть тебя! Привет, привет! Как твои там дела? Болтаем. Нет, это... И если ты именно движок, нет, это собственный движок от разработчиков Cyber Interactive. Называется движок Cyber 3D. Игрушка наподобие как серьезно Сэм. Ну и может немножко Пейнкиллера. Тут, короче, про мифологию древнюю и все такое. Ну, сам понимаешь, да, шутеры они такие. Они чисто на мифологии. Это привлекает игроков. История такова. Мы играем за Уилфорда Рокфолда, да? Студента-археолога. Я вообще забыл, как его зовут, блин. Души. Не убивайте меня. Вот. За студента-археолога. И, короче, он вместе с группой дедушка и подружка Эмма. Это отец. Дед — это отец Эммы. Короче, куда-то поехали там искать всякие там, ну, что археологи обычно ищут? Всякие ценности, менности и тому прочее, да? Да. Итак, ну, там, начали там они копать, расшифровывать какие-то летописи. Расшифровали. А они находились в каком-то древнем храме, там, пустыня, древний храм. Вот. Чувак, главный герой, сказал себе, что я и не знал, что цены такие, раскопки такие интересны. Расследовать и все такое. Ну, они, короче, раскопали, узнали вот это все. А, у них была бумажка, они расшифровали. И тут, как тут, приехали эти фанатики. Фанатики, они просто сектанты для меня. Любители мифологических существ и все такое, да? Да. Вот. Взяли подружку. И что знаешь? У них не было выбора. Ни у деда, ни у главного героя. Они, короче, открыли дверь. Древнегреческую вот, мифологию, там, где боятся вот эти существа. И включая Зевса, всех царь всех богов. И после открытия фанатики до сих пор не отпустили подружку. Дед, короче, давай я возьму пистолет, заряжу и выстрелю. Прикол в том, что он промахнулся, блин, но его убили. Прям в голову. Он все пули выпустил, а его убили. И главный герой начал подбирать пушку дедуну и начал всех мстить. Что-то я вот не помню, чтоб герой вспоминал про Эмму, а про каких-то дружков Ларри, кого-то там еще, чувака одного вспомнил. Кто они такие за персонажи, я хрен знаю. А деда зовут вроде Альфреда. Вот. И после этого появился, как прям по описанию написано, Титан Прометей. Но Титана вообще не было, просто дух какой-то был. Вот, он сказал, я тут, короче, ну, Прометей, это, то есть, ему приказали охранять древний храм Зевса. Сам Зевс приказал ему. Сказал главному герою, короче, хочешь спасти девушку? Я тебе дам мощь. У него на руке дали мощь, именно татуировки, вот, на левой руке. Это вот то, что слева три, короче, иконки, да? Бессмертие, титаническую мощь, то есть двойной урон. И сверхскорость. Но это не сверхскорость, а слоумо.
герой-то пошел красавицу спасать, ясен пень. Он же не будет, короче, Прометею говорить, да, в жопу все, я пошел обратно домой к себе. Нет, мы уже заканчиваем, скажем так. Не знаю, сколько уровней осталось, но в игре всего, прям по описанию написано 40. С этим калом привет, Нимба. Что то кал, что это кал. Рекапча. Зря раскопали. Ну да, я не знаю. Просто археологи, они такие. Фанатиков я не увидел. Просто после открывания вот этих дверей, вот, открыли все. Боссов постречали, троих боссов. Одноногого старикана, огра и медузу. Медузу два раза я встретил. Сейчас мы идем к Зевсу. Слева сверху в окне. А я тут при чем? Вот она, Эмма, подружка. Армянин. Ах, 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 шашлычок будешь? А, какой-то Зевс не настоящий, чуваки. Ай, господи. Ну, надо узнать, рекапчи, всю этот, весь этот сюжет, кто создал игру. No, 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 no. Это он так дует? Прям за школьной партой сидит? Какого котика? Стрей? Называется игра? Нет, я не играл. Ух, твою-то мать! Пошли вы все в жопу, господи! Идем убивать! А он бессмертный. На худи синяя, короче, полоска у него. Значит, он пока что бессмертный. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну так нечестно, понимаешь? Ой, засранец, господи. Нет. Вот тебе смешно, а мне вот обидно. Нет. Под юбку. А нет, он убивается. Не, он убивается, он убивается. Но он слишком толстый. А, до него дойти. Ох ты, мать его. Тут. А, господи. Сейчас, подождите, мне только нужно это взять. Ай-я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 й
Ну поехали. Помещение за мной. Yeah.
интересный батл, конечно. А, он меня убивает! Нет, он меня убивает. Он меня убивает. Хард. О, 200%. Ну конечно. Ну это издевательство, кому? А, то есть не было гарантии, что он меня задамажит, да? Ой, да иди ты! Засранец! Фу. Пошел вон. Чувак, давай без этого, господи. Это что, граната? Ну просто только так убивается и все, да? Ах ты злой армянин. Что ты будешь делать? Ты бы шашлыка угостил. Какой вкусный у меня шашлык, а какая палка. Блин, у каждого свое представление, как выглядит Зевс. Как ты попал? Это без... Это Купидон? Понял. Но он убивает своих. Да что ты будешь делать? Вот засранец, господи.
не работает. Я хоть попадаю или как? Бедное колено. То есть мое оружие не достает. Сразу видно, что если стрелять в голову, то всплеск не происходит. Ну ты не жирный, конечно. Ты бы похудел. Твои. Что там еще? Вот объясните мне, кто там еще? Оу. Ну поехали, рискнем. Засранцы. Да как он так возбуждается, я не могу понять. О, ракетница. Блин. Блин, это просто писец. Придется идти наверх. Вот зараза, ну это просто писец. О, господи, еще этого не хватает. Ну просто зараза. Хорошо. Это что? Тихо. Это не та ракетница. Засранец. Ох ты какой засранец. Урон идет, это хорошо.
Это, конечно, долго, но что делать? Других вариантов у меня не найдется. Вот, наверное, когда будет у него, например, 25%, то тогда можно применить. Даже сверхскорость мне не поможет против молнии. Все равно я попадусь. Кажется, так и задумано. Хотя я как-то один раз вернулся. Когда я рядом был с ним. Не попадает, да не попадает. Кто это бузер? С этим пользоваться. Засранец! Только в колено. Я пытаюсь всеми силами и разными способами издалека стрелять, чтобы как-то выжить. Если просто к нему подойти, он меня точно захерачит быстро. Просто все зависит от расстояния. Например, арбалет может его взять с далекой дистанции, а вот кислота нет. И вроде пулемет тоже нет. Даже если индикатор на прицеле не показан. Блин, надо было одну стрелу оставить. Понял. Понял, принял. Я так делал. Мне сказали, порекомендовали, но это не поможет. Для меня. Ай-яй-яй. Захотел, господи! Fucking shit! Are you kidding me? Подождите, дайте я сохранюсь. Загружусь. Потому что он жирный. Нет.
Хитбокс, алло. Меня слышишь? Может, техническую поддержку позвонить? Хубитоны, блин. Жирнота — это не увлечение, если честно. Ах, блин. Это здесь что? Не одна? Ко мне не идут? Не идут. Это хорошо. Точно не идут? Нет, идут. Посмотри на них. Может, это поможет? Чтобы не разбудить врага? Надеюсь, это... Блин, разбудил врага! Надо хотя бы одну стрелу оставить, чтобы я мог издалека увидеть предметы всякие, которые мне нужны. Зараза. Зараза, попал. Собака. Так, беру. Опа. Пешки там нет, да, 200? Понял. Пошел. Надо наверх подняться уже. Нет смысла здесь просиживать. Ну хоть потолкни меня, ты быстрее бежишь. Да вроде не попадает, то вроде попадает, хрен поймешь.
всякий случай возьму это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да кто ты такой? Это что, граната? Мать его, сколько вас. Так, подожди, подожди. Ладно, не буду тратить. Где там граната? Хорош. Еще пару гранат. О, аптечка! Разочаровал. Тварь. Какая же ты тварь, а? Вот надо же попасть, а, по мне? Тень полная. Это не сверхскорость. Разве сверхскорость? Ну, искры хорошие уже. Искры хорошие. Да и почему я колено стреляю? Да потому что оно близко, чем голова. Если именно по расстояниям, то колено ближе, чем голова. Пока до головы там долетит ракета, лучше в колено. Как ахиллесовая пята. Захерачить уже этого босса. Он слишком душный, да, соглашусь. Такой душнины я еще не видел.
Нужно спуститься. Блин, ты у меня возможности. Да зараза, вот просто лишил возможности. Боксы здесь бешеные, не знаю. Место выбрал. И враги не посыпаются. Привет, мистер. Да. Ну, сейчас душный. Сейчас душный босс. Это четвертая, скажем так, битва против него. Пока по такой тактике я буду действовать. Ну, а что делать? А что делать? Сколько там, наверное, врагов? Это просто писец. Кстати, я только что увидел деталь. Оказывается, последние патроны-то остаются, вот как у арбалета. А то бывает, мы видим, да, у тебя последняя пуля в пулемете, а вот в оружии почему-то их дохера. Работает. Я одну стрелу оставил, чтобы посмотреть, кто там издалека. Так, ну короче, что здесь мне интересно. Дистанция, вот просто дистанция. Подождите, сейчас скажу. Вот здесь.
здесь, короче. Подожди. Надо же, ты посмотри на эту мразь. На, мячик. Да господи. Дистанция слабая в этой игре. Тридцатка у него, тридцатка! Патронов ему не хватит, не хватает. Наконец-то! Yes! Сейчас мы тебя завалим, перед тем к следующей игре. Твою мать! Мщение за мной! Мщение за мной! Достали статуи. Есть. Ох, господи. Теперь можно к ней? Наконец-то. Дайте я хоть это вооружусь. Все? Эмма была связана. Должен признать, она была очень соблазнительной жертвой. А что ты говоришь? Когда я развязал ее и подхватил на руки, и опять услышал у себя в голове голос. Уилл, ты одолел богов и освободил меня от проклятия Зевса. Символ на твоей руке – знак величия. Я всегда буду с тобой. Выпиться еще, следующее, господи. Что я помню, я снова в своей постели в Чикаго. Я что, перебрал? Это был только сон? Уилл. Это был точно не сон.
Хорошая концовка, хорошая концовка, господи. Такие лица смешные, блин, радостные. Конечно, блин, конечно. С такой девушкой переспал. Ох, господи. Чего можно ожидать от этой игры? Ну, много эротики. И так мало экшена. Ну что, прошли игру? Все? Здесь больше ничего нет? Так. Yeah.